Hi, how are you? С вами онлайн-школа английского языка для детей Alright.io, и я методист Марина. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать идеального преподавателя для вашего ребенка. Занятия онлайн, как правило, предполагают индивидуальные встречи с преподавателем, и очень важно выбрать именно того учителя, с которым вашему ребенку будет комфортно и интересно. Для начала поймите, вы хотите занятия с носителем языка или же с русскоязычным преподавателем. Принято считать, что занятия с носителем языка позволяют получше подтянуть навыки произношения, а также заимствовать современный язык, а занятия с русским преподавателем призваны подтянуть вашу грамматику. Однако это не всегда так. К примеру, для ребенка младшего возраста носитель языка не всегда является оптимальным выбором, ведь русскоязычный преподаватель в случае чего может заимствовать родную речь для объяснения какого-либо понятия. Затем обратите внимание, с какой возрастной группой предпочитает работать преподаватель. Если учитель пишет, что он работает с детьми от 10 лет и старше, а также со взрослыми, значит его методы работы более серьезны. А если преподаватель указывает, что он берет детей от 3 до 12 лет, значит, скорее всего, в его арсенале будет очень много игрушек, игр, песен и прочего. Во время пробного занятия обратите внимание на реакции своего ребенка. Нравится ли ему? Вышел ли он с занятия с улыбкой? Попросил ли следующее занятие с этим преподавателем? Если все так, то значит психологический контакт был найден, и следующие занятия будут ребенку в удовольствие. Качественное занятие предполагает индивидуальный подход. Значит, преподаватель должен определить, как вашему малышу легче усваивать информацию зрительно либо на слух. А также преподаватель должен посмотреть, какие трудности у малыша и на что следует обратить внимание на следующих занятиях. На этом у меня все. Приходите на наши занятия, и все будет alright.